Опасная для здоровья и жизни обувь могла поступить на прилавке Южного Урала. Служители закона пресекли незаконную деятельность мигрантов в Кудашахском районе. Более десятка складов было забито контрафактной продукцией. За коробками цеха спрятаны тапочки. На пляжных сланцах стоит логотип известного мирового бренда по изготовлению спортивной одежды. Коробки с товаром были тщательно замаскированы. По оценке специалистов, материалы, из которых изготовлена обувь, опасны для жизни и здоровья людей. Помимо складов, иностранцы занимали цех, где производился контрафактный товар, и два общежития. Арендатором помещений являлся уроженец Поднебесной. В итоге стражи правопорядка пресекли незаконную деятельность мигрантов. Общая сумма изъятого товара составила более 50 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о привлечении руководителя подпольной компании к ответственности и депортации отдельных граждан из России.